Друзья мои, всем самое доброе солнечное калифорнийское утро. У нас суббота, мы едем в магазин. Может, что-нибудь вам сниму, может и нет. Не знаю, сегодня нет настроения снимать магазины. А, таких видео у вас полно. Ну, может, что-то подсниму в общий ролик. Так что вам желаю солнечного настроения. Ну, и до встречи. А смотрите-ка, ребят, хэллоуинские домики начинают продавать. Там лежит такая печенька, ты ее можешь склеить и разукрасить. Вот так вот. Что это я вам рассказываю. Видите? Угу. Да-да. 5,98. Сейчас мы папу подождем. Мы как-то такой домик купили. В общем, отплевались там и оборжались. Сейчас посмотрим на его реакцию. С вами. Папа, домик купим склеивать? Нет. Ни за что. Хватит, да? Мы как-то раз склеили. До сих пор вспоминаем содрогание. Так, а что я вижу томатной пасты, а ты? Что? А мне надо. Загребущий человек. Неправда. Смотрите, он сейчас каждую проверит, не кукры-мухры. Почем опиум для народа? 38, 48 центов. Подорожало. Подорожало, да? Да. Была, по-моему, 38. Мне кажется, хлеб 34. А? Я говорю, думала, ты попутал с хлебом. Ну что, сколько? 6 хватит? Я не знаю, чего хватит, я ее не особо. Ты же знаешь. Разнообразие готовой еды. Здесь есть всякие бутербродики. Что стоит 2,78? Не так вот он выглядит. Кстати, их очень часто покупают сэндвичи эти. Вот, видите, он с разным хлебом даже есть, вот. С разным мясом. Ну, мы такое не кушаем. Это не, для панам это несъедобно. Папа, хочешь бутербродик? Я знала, что так помашешь. Салаты. Идите у них тут. Диетический такой салатик. Съел и похудел. Ну, есть, конечно, овощные, я шучу. Цезарь они даже очень любят. Примерно цена 4 доллара. Не примерно, а не все вон по 4 доллара. Это уже что-то горячее пошло. Ну, в смысле, там... А, нет, тоже с салатом. Тоже салат и сверху курица и сыр. Салатик с фетой, а вот это, наверное, тоже салат. Яйцо, там капуста снизу. Бекон. Ну и такая типа семейная порция, побольше, чем эти. Побольше стоит 7 долларов почти. Яйца вареные, ребята. Видели, да, такое? Двухмаблей варить, есть поменьше упаковка, 2 штуки. 98 центов или 4 доллара. Написано, что это соль. Смотрите, она там, видите, какая, с перцем, что ли. Так, сейчас посмотрим. Другую видно. А, тут белая. А, ну-ка, желтенькая, что там? Стоит доллар 28, тоже белая. Что это? Лайм. А вот это вот она с перцем, мне кажется. Смотри. Ничего, ладно. В общем, знали, да, что соль надо пиво класть? Ребята, американцы, это мясоеда. Поэтому у них вот этот вот стейк прежде всего. Поэтому мясо, тут выбор, вот с той стороны то же самое. Огромный просто выбор мяса. Бери, не хочу. Видите, тут даже специально указано, что оно для гриля. Свинина очень дешевая. Свинины можно брать много. Вот, вот такие вот ребра, ну на тучку, наверное, пойдут. 5 ребра на сутки. Свиные только 5,98. Ну и, естественно, мякоть тоже есть.
Ну и вообще свинина очень дешевая. Ее можно брать, бери, не хочу. Ну вот когда Витя там просит, я покупаю. Так я вообще не ем свинину, а ребятам покупаю, когда они говорят, что вместо говядины берем свинину. Вот. Так что вот так. Подходить даже не буду, но это весь багет, холодильник со свининой, ребята. Со свининой. Курицы тоже, видите, целый мотофильм последний, она очень популярная, желтенькая. А что у нас тут? А у нас тут органик, вот это типа органическая курочка, типа ничем ее не кормили, вот, кроме правильных органических продуктов. А это вот типа, как, свободный выгул, типа травку она щипала, не держали ее в клетке. Вот так. Ну и цены, конечно, если взять то, что вон там подальше желтую, она будет дешевле, чем это. Ну я вот так и беру. Кстати, органик мне не зашел. Есть не могу, уже пестицидам, видать, привыкла. Не знаю, мы чуть ли не в первый раз, да, покупаем хлопья. Или мы брали как-то. Вот. И мы не знаем, какие ему взять, чтобы дома надо, чтобы были. Какие? А, кстати, вот эти вот хлопья, я в колледже нам профессор рассказывал, что это хлопья из его детства. Вот. Самые популярные, да. Давай возьмем. Клубника, что ли, да? Ну, что-то тут ягоды какие-то будут. Ты же знаешь, Макс, не очень-то. Ладно. А вот, смотри, тоже какие. В общем, тут, ребят, тут только стань, чем хочешь есть. Они целыми рядами. Сейчас я вам медленно переведу, покажу, какие тут паки лежат. Это тоже хлопья все. Как упаковки для собачьей еды. Я не знаю, куда такими паками, что с ними делают. Ну вот да, есть такое дельце. Вот осень появляется специфический, видите, вкусы. Филадельфия со вкусом, я так понимаю, сейчас открою, возьму одну баночку. Со вкусом тыквы и корицы, представляете? Вот такая вот. Прикольно. Ну, не только Филадельфия, много чего появится. Я вам просто Филадельфию показываю. $3. Так. Сегодня мы опустошили свой кошелек. Так, на $183. Вот она, едет тележка, а вот мужчина, который ее везет. Да, мужчина? Любитель Red Bull. Да, раз в неделю всего лишь. Одну баночку. Да не верьте ему! Здравствуйте. Заливает он вам. Я в магазин раз в неделю езжу. У мужчины работун. А когда у мужчины работун, главное ему не мешать. Угу. Лезть под горячую руку. Да. Можно схлопотать. Да, залог семейного счастья. Стой молча, пока он складывает вещи в багажник. А мы сегодня как-то, кстати, по-скромному, да? Вроде как обычно все покупали, но не знаю. Все, загрузили девочку. Толкать. Подожди, я сейчас свою сложную работу выполню. Поставлю тележку на место. Все, приехали. Вот машина, вот тележка. Ребята, приехали в Home Depot. Надо купить лампочку. Можно взять в офисе. Но тут какие-то такие часы работаем, мы не попадаем. Поэтому решили купить сами. Идем. В магазин. И лампочка еще не ввинчивающаяся, да? А как... Два таких штыря. Так, это в ванной сгорело. Наверное, специально для ванны, что ли, лампочек. Я не знаю. Да? Короче, за 3 года мы эту лампочку видели в первый раз. Надо бы ее поменять. Смотри, какая травка разная. На выбор. Цветочки осенние уже. Ха-ха, ребятки. О, кстати, может мы завтра в этот съездим? А ты что сказала, что мы... Ну, мы учимся, но на часик я отвлекусь. А ну-ка, наступи, там вот есть кнопочки. Hello.
штанов. Halloween always puts me in a frantic mood. And if you what crazy thing I'm going to do. Не очень, да? Что, головой кружит? Я тоже ничего не слышала, то, что тобой вместе запустил. Пошли, там еще можно понаступать, и вон там. Ха-ха-ха-ха. Бабушка не работает. Типа он в шкваре что-то. Метла. Пап, тебе не надо метлу? Я думаю, что тебе надо метлу. Надо свечку сюда ставить. Ну да. Нам надо? Да. Надо нам? Нам надо? Не надо. Нам не надо? Да, мы ставим. Давай, иди еще тут понаступай. Тут есть цветочек. Давай еще пока. Газона. Я думала, рот будет открываться. Кому надгробие? Он тебе угрожает. Я ему сейчас хук справа. А бабушка? I prefer my sharp axe to your cutting remarks. The toy lands trapped in firebird. Its cauldron bubbles. Cool it like a crafty witch should. Так она не страшная. Безумная. I have a tasty potion to try for everybody willing. Такие менее пугающие какие-то вещи. Но это тоже ничего не пугает. Ну, я так. В общем, прибамбасы уже, видите, какие большие тыквы. Все продают на Хэллоуин. 31 октября. Почему два? Ну, сейчас еще только середина. Ну, полтора. Да. А сразу, как только Хэллоуин приберут, сразу начнется Рождество. В октябре. В октябре начнется Рождество. И на самом деле мы уже в ноябре елку тут наряжаем. На мой день рождения уже обычно мы елку ставим. Ну, как-то так. Да? Да. Интересно, где тут лампочка? Да без понятия. Нашли лампочки. Нужно? Я думаю, что не нужно, да? Не нужно, да. Только тут нету по одной штуке. Ну, где? Вот одна есть. Но она есть. Не отличаются же они ничем, штекеры эти. Да нет, вроде ничем. 60 лет. А наверху вон по одной, но оно 7 стоит разница. Тут 9, а там 7. Ну, 8. Какие есть, что разница? Ладно, что, корову покупаем? Ну подожди, дай подумать. Окей. Видите, можно выбрать разный дизайн для вашей лампочки. Тут тоже Хэллоуин небольшой. Смотри, какая это для, не знаю, собирания или положения конфет. Грибочек. Лисички. Ну и уже всякие такие, знаете, на кухню. Осенние. Скипамкин.